Добрый вечер, друзья! Мы застали такую картину шикарную. Мамочка наша лежит, а эти все чавкалки возле нее. Так, а четвертый куда? Путешественник заполз или там снизу не видно. А вон голова поперек. Он кто-то на него лапы положил свои. Ай, ужин такой в счастливом семействе. Да? Красотка. Вот, 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 лезет, лезет, лезет. Моя красивая девочка. Два сыночка и две лапочки-дочки ужинают. И мама только сегодня утром сказала, что-то все на одну сторону, да на одну. Ты прямо как послушалась и перевернулась. Столько соломки. Не моргая смотрит. Ты мамочка. Хорошая мамочка. Главное, меня тоже терпишь. Счастье есть, оно в тайкане. Как хорошо, когда мамы не отказываются, а кормят сами своих малышей. Этих малышей Олег Алексеевич, вы видели, мы показывали полностью процесс, даже не обтирал соломкой. Просто пришли, положили, мы их покупали, принесли, положили, и мама зашла и взяла. Я не знаю, чтобы еще где-то настолько доверяли животные человеку, несмотря на то, что это не ручная тигрица. Это тигрица такая, мягко говоря, с характером. Тем не менее, зная запах работников тайгана Олега Алексеевича, он взял последние малыши. Она понимает, что это ее. Голова меньше, чем у мамы лапа. Полное доверие. Рядом стоит человек. На птичку больше реакции, чем на человека. Но глазком поглядывает. С любовью и с тайганом будем следить за этой великолепной четверкой.